храм привезли мальчика, лет 5. Я в это время находился в алтаре. Меня попросили выйти к ребенку, который что-то хотел мне сказать. Когда я вышел, то мальчик с подсказкой мамы попросил меня помолиться о нем. У него было больное сердечко. На днях ожидалась операция, в процессе которой ему в вену должны были ввести катетер, а потом с помощью этого приспособления войти в маленькое больное сердце, чтобы оно перестало страдать. И я предложил ему: «А давай мы с тобой вместе помолимся о твоем исцелении». И ребенок согласился. Мы подошли к образу великомученика-целителя Пантелеймона. «Попроси святого человека, малыш, он вместе с нами помолится о тебе перед Богом». Ребенок посмотрел на образ целителя Пантелеймона и стал молиться. Его молитва без всякой экзальтации, наигранности, сомнений была просто разговором маленького человека с понимающим и бесконечно любящим его отцом. Доверчивости и надежде, отсутствию всяких сомнений – вот чему учит детская молитва. Я смотрел на ребенка, слушал его незатейливое обращение к Богу и понимал, если хотя бы в конце своих дней достигну меры детской молитвенной простоты, тогда, наверное, и я войду в радость Господина своего.